Ребят, едем мы, значит, в инфекционку. И как вы думаете, почему у нас ребенок сзади сидит накрашенный, причесанный? Я вчера ходила в магазин. Короче, какой-то мальчик появился 20-летний. Папа. Который не знает, что ей 15. Он знает. И? Что за ухажер такой? 20-летний за 15-летний. Ухажер. Знакомый. Короче, отец нервничает. А когда отец нервничает, он может делов натворить. И Слава нервничает. Ладно, едем мы забрать. Сейчас у нее там эти, получается, как выписку. Потом эту выписку, я так понял, куда-то ей надо отдать. Нет. А что, зачем такая выписка? Я ничего, тогда зачем ей надо? Нет, нам звонили из детской поликлиники. Ну. Сейчас ее в подростковую перевели. Ну. Сказали, как только ее выпишут, надо в подростковый кабинет идти с этой выпиской. Потому что сейчас она у них стоит на карандашике, на галочке, что она лежит в больнице. Настя, потому на карандашике стоит? Да, потому что со скорой пришло. Настя, сообщение. Я тебя сниму с карандашика. Дальше, короче, что мы дальше делаем? Ну, наверное, домой поедем. Я, наверное, ребят, сегодня запишу видео. Настя, она его не хочет, но пускай этот молодой человек увидит. Нет, папа. Такой ребенок был еще у меня 3 года назад. 4. Ладно, ребят. У нас на самом деле были вопросы. С чего мы вдруг начали YouTube вести и как мы начали 3.10. Вот сегодня будет в этом видео ролик. А вообще, как мы начали вести, благодаря кому мы начали вести свои YouTube каналы, начало с кулинарного, а потом и на семейные. Вообще, откуда мы узнали, что есть YouTube? Да. Это Настя. Ей было тогда сколько лет? 10. 10 лет. Ну вот, видео посмотрите, кому интересно. Там про куклу Винкс. Ну, ребенок целенаправленно знал, какие размеры этих Винкс, какие там поддельные, неподдельные. То есть у нас целая коллекция этих Винкс была. Они достаточно все... Они все были очень дорогие, ребята. В среднем куколка оригинальная сколько стоила? 1500. От 1500. Это тогда по тем еще деньгам. Вот представьте, сколько это лет назад получается. Сейчас Насте 15, 6 лет назад. Это было очень дорого, когда зарплата у меня была 1018-18. Да. Вот. Поэтому целая коллекция это была Винкс. Целая коллекция у нас была этих, как зомбик, Монстр Хай. Вот эти. Ну, мы сколько-то их купили, а потом, когда ты гробики начала там как бы делать, как бы, всякие эти, покупать и тому подобное, конечно, я уже сразу это думаю, нахер нужно. Вот, а в целом, благодаря вот этому ребенку мы начали вести первый YouTube-канал, получается, сначала кулинарный. Благодарите меня. Да, потом уже семейный. Ну, все, продолжайте смотреть. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Петрушенко. Сегодня я хочу провести видеообзор с... об одной из своих кукол Винкс Рокси Сити Гёрл, волшебный телефон, по-другому можно назвать. Кукла 28 сантиметров, волосы у нее цвета фуксии. Мне не понравилась она с распущенными волосами, я ей вот такую прическу поэтому заплела. Макияж она одевает очень яркий, брови у нее светлые, макияж розово-желтый, глазки сами фиолетовые. Губки она красит под цвет своих глаз, потому что это очень красивый цвет. Это светло-фиолетовый. Кофточка у нее красно-синяя, посерединке с фиолетовым следом. Но рукава у кофты сами салатовые, светло-очень салатовые. Вот такой цвет подходит Рокси. Это ее натуральный костюм, так как в мультике она в нем и снималась. Вот такой костюм. Рокси есть также ремешки на ремешки на штанах, штаны цвета, пояс у нее цвета фиолетовый, и на поясе есть вот такая маленькая горошинка и цепь. Штаны цвета темно-зеленый. Кукла 28 сантиметров. Как у всех Винкс, у нее есть фирменный знак. Вот такой.
Пишется он как буковка «Я». Автор этих кукол Инджер Страффи. Мне очень эти куклы нравятся. Они очень стойкие и крепкие. У каждой, так же, как и у каждой из кукол, у них идет сапоги. В нашем случае у Рокси сапоги розовые и пластиковые. Пластиковые в этом случае у нас как бы их ремешки на них вот такие. Тут они так. Тут у них как бы разрезали, чтобы вставить ногу куклу. Тут они так. Они тут их загнули. У этих туфель есть каблук. Так же, как и подошва, каблук идет фиолетовый. Сами сапоги розовые, а каблук идет фиолетовый. Как у всех кукол Винкс, у Рокси имеются также трусы. Они салатового цвета. Очень светлые. Я считаю, что это отличная кукла для тех, кто обожает Винкс, потому что Рокси Сити Гёрл, как вы знаете, в 4-м сезоне появилась. Это образ ее из мультика, как вы видите. В мультике она была в этом же образе. Пока поставим нашу Рокси вот сюда. Сейчас перейдем к ее вещам. Так же, как и у всех кукол, у Рокси должна иметься расческа. Расческа у нее голубоватенькая с блестками. Видите, в форме сердца идет. На расческе ничего не написано, а вот нет, написано маленьким шрифтом Винкс. Ну, расческа шла вместе с Рокси Сити Гёрл. И также вместе с ней шла вот такая сумка. Как мы видим, сумка вся розовая, кроме пояса. Пояс у сумки идет фиолетовый, так же, как и брелочки. Брелочки в виде бабочек, застежка серебряная, ручки очень гибкие и пластиковые. Сумку очень можно легко открыть, вот так. В сумку можно поместить Роксин волшебный телефон. Вот так он выглядит вообще. Он очень вмещает... Сумка очень вместительная и вмещает телефон. Если, к примеру, хотите что-нибудь не телефон сунуть, а другое, можете и телефон сунуть, куклик другой. Вот я взяла наподобие другого, вот такую рыженькую штучку, как канистру всунула телефон и эту канистру. Канистру можно положить наверх. И закрыла сумку. Сейчас. И закрыла вот сумку. С сумкой ничего не произошло, она очень гибкая. Мне очень нравится сумка. Рокси так, как она помещает в себя много вещей. Рокси может взять свой волшебный телефон в руку. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Мне очень нравится над тем, что она особенная из феи Винкс. Она последняя фея на Земле. В нее... Можно только в 4 пальца засунуть в телефон. Ну вот, Рокси встает с телефоном, видите? Для тех, кто будет играть такими куклами, то тут есть специальные клавиши в телефоне. У феи Винкс есть уши, это очень хорошо, потому что можно играть с ними волшебные телефоны, типа звонок, вот так. Алло, привет, как дела, подруга? И так далее. Куклы сами из пластика состоят, у них есть пупки. Они похожи на настоящих людей. Телефон тоже, только он из пластика. Тут как бы маленький экранчик для гудков, кнопочки, антенка и держатель для Рокси, чтобы Рокси могла его держать. Но в этом выпуске я не только расскажу о куколке Рокси Сити Гёрл, но я и покажу вам одну книжку, называется «Волшебные животные Рокси». Так как сегодня мы делаем обзор о Рокси, то вот такая книжка «Волшебные животные феи Рокси». На первой странице мы видим, она здоровается с нами и просит, чтобы мы написали, как нас зовут. Тут она рассказывает. О чем будет идти речь? Она рассказывает, что она родилась 20 марта, знак зодиака рыбу у нее,
а волшебный знак Грифон. В этой книжке она рассказывает нам главный секрет разговора с зверями. Это любовь и ласка, как она тут нам пишет. Вот тут можно вести волшебный дневник. Извините, я на 5 минут. Она меня обзор вести. Извините, что мне пришлось уйти. У меня тут гости пошли неправильные. Ну вот, она рассказывает о своем характере. Я вам прочитаю немного отсюда. Я застенчивая и сдержанная девушка, но в то же время решительная и упорная. На первый взгляд трудно понять, как так может быть по своей природе. Я интроверт. Это у меня от отца, в то время как таинственность и очарование мне достались от мамы. Тут Трокси показывает нам свою семейную фотографию. Все. Она рассказывает нам о своем стиле. Мой городской стиль, она тут нам говорит. Я люблю полуспортивный стиль. Он позволяет мне чувствовать себя раскованной. Заколка в виде пчелки присутствует на ее голове, но у кукол они не присутствуют. Я понимаю это. Это моя майка. Есть секрет. Это моя счастливая майка. Вот как у куклы в книге нарисована такая же майка. Вот сравните. Куколку и вот эту. Локси у нас. У нас все тут похоже, только ремешки и пчелки нету. Я подумала, что если будет висеть так, то будет круче. Ну, я была права. И она рассказывает о своем облике феи. Крылья украшены драгоценными камнями. Улетные рукава, она пишет, пояс и модный, и оригинальный. Она рассказывает также нам о своем отце Клаусе, о своей матери Моргане. Я вам немного зачитаю пару строк из этого раздела. Благодаря моему отцу я чувствую себя любимой и защищенной, хотя в опасное время я защищена еще и магией 4 мастеров черного круга. Он прекрасный человек, пишет она. О матери я читать не буду, но расскажу вам так быстренько. Моргана, королева фей земных. Также она мать Рокси. Рокси принцесса. Рокси показывает свои нам фотографии с Артуром, когда они веселятся. Вот 2 фотографии. Вот сам Артур. Когда он бежит к ней и когда ее обидели. Я вам прочитаю. Собака из Гордени. Вот его родословная. Пишет Рокси нам его. Номер тут порода. Порода, кстати, очень интересная. Хорватская ищейка. У Арту есть маленький секрет. У моего пса есть сестра. Ее зовут Джиневра. Видимо, все члены этой семьи названы легендарными именами. Пишет нам Рокси. Рокси провела нас об своем псе немного. Она показывает нам комнату. Вот тут свою. Тут кроватка для Арту, тут ее мишка. Панда гигантская. Тут сборище игрушек. Она дает нам собственный выбор, чтобы мы
ответили на вопросы и потом узнали, какая у нас должна быть комната. Тут она показывает Twins Love and Pet. Не забывайте, я в конце покажу кое-что вам еще одно. Папет, и тут она называет нам питомцев. Какой тебе больше нравится, к примеру? Мне вот нравится Папет. Папет идеален на четырех лапах. Ты мягкая и нежная, как игровой медвежонок, пишет мне Рокси. Также тут Бэйс, Чика, Ясмили, Джинджер и Коко. И ПП. Показывают магазин «Любовь и зверь» нам. Также она дает нам вот такой... Ой, погодите, извините, пропустила страницу. Вот она пишет нам: «Дай лапу, дружок, щенок». Вот она нам о щенках рассказывает тут. Тут она дает нам головоломку, чтобы мы ее решили. Тут Стелла показывает все породы собак. К примеру, мне вот нравится очень из этих порода пудель. Это пудель порода джинджер. Они очень мягкие. Тут мы напишем пожелания собакам, всем собакам мира. Отдельная своей собаки, если у тебя есть собака. Приятно познакомиться, кот. Это вроде мелодия, точно не знаю. Это так, как там, не помню его зовут. Это вроде. Ну вот тут о котятах рассказывают нам. Рокси нам рассказывает о животных. То есть тут головоломки о животных есть. Но если вы хотите, к примеру, сейчас найду это, вот, провести такое дикие, надо вам набрать 100 баллов, к примеру. Сможете? Молодцы. Нет? Ну что ж делать? И от слова отдельно. Если вы прочитали эту книгу, то вы быстро ответите на вопрос, что вам загадала Флора. Эту книгу мне брали в Перми, так как я живу в Перми, за 139 рублей. Ее мне брали в Азбуке. В следующем выпуске я вам покажу историю, коллекцию моих книжек с розой их коллекция, как бы назову вам их название: «Узы дружбы», «Дружба прежде всего» книга. И вот совсем новая, сегодня купили мне «Сердце не лжет». В этой коллекции так 7 книг. В каждой из книг вы сможете найти в зале вот такое. О питомцах и о свиданиях. У меня вся коллекция книг про свидания собрана. И одна из этой коллекции «Опасное приключение» собрана. Также в следующем выпуске вы увидите тоже моя коллекция книг, тоже «Винкс». Но они уже немного по-другому смотрятся. Вот такие книжки. Книжки особенные. Там на каждой главе есть рассказка. Вот «Love and Pet». Мне тоже сегодня эту книгу купили. «Зачарованные бездны». Покажу вам сразу, как они пойдут у меня. Сначала я проведу обзор об этой книге, о книге «Волшебство музыки». Потом о книге «Холодная тайна». «Волшебство музыки» о музе, о планете мелодии. «Холодная тайна» о Лимфе, о Флоре.
волшебные каникулы во всех Винкс. Ну, большая часть облом. Тоже музея книга «Волшебная ночь музы». И последняя книга о Роксимам. «Зачарованные бездны» называется. В следующем выпуске я расскажу вам еще об одной кукле. О кукле Софикс Флоре. До новых встреч! Пока, друзья!